Мира и добра, дорогие друзья! Сегодня нашему краткому обзору предоставлены свечи фирмы Сиадан Аманат. Фирмы Аманат у нас предоставлены две линейки. В чем различие? Дело в том, что это линейка для женщин, это для мужчин. Но свечи Сиадан только указано линейка для женщин. Итак, перейдем к краткому обзору свечей вагинально-ректальных. Свечи с порошком Кастальхинди, с маслом черного тмина и пчелиным прополисом. Кастальхинди предоставлен на видео. Вот так вот выглядит средний помол. Есть еще более мельче помол. Сами же корни кыст выглядят таким образом. Масло тмина характерно золотистого цвета, либо есть еще более темного вида, но в зависимости от сорта семян. Сами семена тмина выглядят именно вот таким образом, характерно черного цвета. Ну и всем нам известный прополис. Итак, порошок Кастальхинди обладает противовоспалительным, антимикробным и ранозаживляющим свойствами. Масло же черного тмина обладает богатым свойством полезных веществ, превосходно справляющихся с бактериальными возбудителями простатита. Порошок Кастальхинди и масло черного тмина являются природными антибиотиками. Пчелиный прополис является природным антибиотиком, оказывает обезболивающее действие и способствует заживлению, восстановлению клеток и тканей, также улучшает пищеварение и кровообращение. Итак, вагинально-ректальные свечи, состоящие из масла черного тмина, порошка Кастальхинди, пчелиного прополиса, помогут привести в тонус организм, улучшить самочувствие, преодолеть множество недугов. При лечении может тянуть живот, так как свечи обладают очень сильным эффектом. Это нормальное явление и говорит о том, что процесс лечения начался. Так, перейдем же также к применению при гинекологических заболеваниях. Довольно-таки распространенная болезнь, как молочница. Еще один пункт. Миома и фибромиомы матки, полипы матки, кисты, поликистоза, эрозии шейки матки и множество других женских заболеваний, связанные с половым органом. Также свечи применяются при симптомах бронхолегочных заболеваниях, астмы, ангины, зоба, кожных заболеваний, так же как и антисептическое, антибактериальное и антимикробное действие. Противовирусные средства применяются при простатите всех этиологий. Допустим, возьмем свечи для мужчин. Заболевания предстательной железы, простатит, аденома. Также мы же упомянули, что они и не только вагинальные, но и ректальные. Также они способствуют лечению геморроя, наличию геморроидальных узлов, трещин, язв в прямой кишке. Парапроктит – воспаление клетчатки прямой кишки. Простатит. Так, вернемся к полезным свойствам данных свечей. Свечи немножко отличаются друг от друга формами в зависимости от производителя. Производитель Сиадан более
удлиненная свеча, зауженная, аманат более меньшего размера, но имеет шишковидный образ. Так, полезные свойства. Полезные вещества суппозиториев быстро впитываются в кровь, начинают свое оздоровительное действие. Натуральные компоненты мы перечислили. Свечей благотворно влияет на весь организм. Основные свойства свечей с их составом. Отличное средство при различных аллергических реакциях. Стимулирует иммунитет, участвует в восстановительных процессах, снижает уровень холестерина, повышает потенцию, увеличивает лактацию у кормящих женщин. Также регулируется пищеварение и обладает антибактериальным действием. Еще что полезного в свечах? Они при применении ректальным способом способствуют выведению также паразитов, так как в составе свечей есть кыст альхинди, масло черного тмина и прополис. Микробы, бактерии и паразиты, они не могут оставаться, продолжать жить в такой микрофлоре, которую создают свечи. Итак, способ применения. Данные свечи на основе натуральных фитокомпонентов подходят для ректально-вагинального введения. За один раз необходимо использовать один суппозиторий. Целебные средства следует применять дважды в сутки. Курс терапии данным фитопрепаратом должен длиться 30-90 дней. В зависимости от уровня заболевания и его запущенности. Но здесь надо все-таки обратить внимание на противопоказания. Данные свечи нельзя женщинам во время беременности, а также лицам, имеющим острую непереносимость растительным компонентам в составе препарата. То есть в этом есть примечание. Те, у кого есть возможность, можно проконсультироваться. Необходимо параллельно принимать порошок кыст-альхинди с теплой водой тем, кто применяет данные свечи. То есть тем самым, употребляя порошок и используя свечи, порошок кыст-альхинди, то усиливается действие на воспалительные процессы. Итак, дорогие мои друзья, мы с вами изучили краткий обзор описания свечей, их применение и краткий состав свечей. Тмин – довольно-таки популярное средство в восточных странах. Мед и прополис – применяется также в странах Европы. Ну, а масло тмина имеет глубочайший смысл применения. Мира и добра, дорогие друзья. Ставьте колокольчик. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И ждите обязательно других выпусков. Мы будем предоставлять вам возможность увидеть различный
эко-товар. Спасибо за внимание.